Всем большой-большой привет! Это ТипТоп ТВ и я, Марина, и вы снова, конечно же, со мной, я с вами. Сегодня у нас с вами огромнейшая распаковка. Это большая коробка, наверное, метр на метр. Пришла ко мне из магазина Shop & Show. Я заказала. А что заказала, увидите чуть-чуть попозже. Я заказывала в интернет-магазине, но есть также и канал Shop & Show по телевизору. Я давным-давно хотела, ну, об этом позже, что я хотела и что я заказала. В результате сейчас мы с вами распакуем вначале и посмотрим, а затем будем даже тестировать. В процессе работы телемагазина остается нераспроданный товар, притом очень хорошего качества, но его уже нецелесообразно продавать в прямом эфире, потому что не всем, естественно, этот товар достанется. Как говорится, остатки сладкие. И вот как раз очень много таких товаров, но с еще большими скидками можно найти именно на сайте этого магазина Shop & Show. И как раз я там кое-что себе нашла. Так, ну давайте скорее открывать. Уже не терпится. Коробку мне принес курьер. Это очень удобно, потому что он такой крупный габарит. Попробуйте получить на почте. Как вы его потом принесете до дома. Сейчас посмотрим, как это все запаковано. Ох. Запаковано на совесть. Так, значит, здесь, естественно, есть товарный чек, бланк, если вдруг потребуется возврат товара. Вот этот бланк, заявление. Затем доставочная квитанция. И принесли мне все это буквально в течение недели. То есть позвонил курьер. Все мы согласовали, в какое время лучше принести. То есть очень удобный сервис. Мне понравилось. Сервис именно такой, какой должен быть. Значит, здесь журнал. Shop & Show, телеканал с душой. Даже так написано. О, и кстати говоря, вот здесь есть многофункциональный нож, как раз для нарезки корейской морковки, вот которым я резала кабачки для консервации. Вот он, хит продаж, между прочим. В общем, много чего интересного и для дома, и для кухни, и для семьи, потом полистаю. Так, что еще? Ого, дорогой покупатель, благодарность за ваш выбор. Shop & Show дарит вам накопительную золотую карту клиента. О, видали? Уже золотая карта. Сделала первую покупку и уже золотая карта. Бесплатная линия, при том 24 часа телефон работает. Так, и первая покупка. Вы не поверите, что в этом пакете. А в этом пакете альгинатная маска. Вы представляете, знаете, какой здесь вес? Значит, это маска корейская, альгинатная с коллагеном, укрепляющая. Здесь они... Когда я увидела эту маску, и притом по такой смешной цене, я даже не раздумывала, то есть класть ее в корзину, не класть. Конечно же класть, потому что вообще такие маски очень дорого стоят. Расфасовываются они обычно в небольшие или пакетики, или в баночки. А тут целый килограмм, притом здесь зип-пакет. Можно пересыпать в баночки какие-то. Ну, в общем, я очень рада. Самое главное, что здесь килограмм, можно делать хоть каждый день эту маску. И я знаю точно, потому что я использую альгинатные маски, что после альгинатных масок эффект просто бесподобный. Ни с какой другой маской не сравнить. В общем, вот альгинатная маска теперь у меня на год вперед хватит. Затем, что же здесь еще вылавливаем? Еще я заказала два набора. Очень нравятся эти маски. По-моему, они называются Дизао. Я именно заказала с трехмерной гиалуроновой кислотой. В такой упаковке 5 масок. Они тоже очень хорошие. Я использовала только другие виды. Именно этой фирмы я уже использовала. Тоже увидела с хорошими скидками. Интенсивное увлажнение, лифтинг. И самая основная коробка, которую я даже не знаю, как отсюда буду доставать, это, как вы думаете, что? Не пылесос, а отпариватель Kit Ford. Вот он. Вот он. Еле-еле подняла, еле-еле вытащила. Вот. И здесь изображен, видно вам, китенок. Вот он, китенок. Очень долгие были сомнения, долгие годы. Так хотелось купить отпариватель уже давным-давным-давно.
потому что утюг все-таки он портит структуру волокон ткани. С каждой глажкой утюгом структура ткани разрушается, то есть и футболки, и платья, и брюки, все это уже быстрее изнашивается. А отпариватели, они, во-первых, удаляют запахи, во-вторых, с помощью отпаривателя можно бережно разглаживать все вещи. И самое-самое-самое нелюбимое занятие – это глажка штор. И шторы можно будет разглаживать прямо на весу. То есть вы постирали, повесили, шторы высохли, и уже потом на весу можно будет с помощью отпаривателя их отглаживать. И когда я увидела этот отпариватель Kitford именно в магазине Shop & Show, да еще с такой огромнейшей скидкой, у меня уже все сомнения отпали. Думаю, ну надо уже наконец к Новому году себе сделать подарок и заказать. Все, не сомневаться, заказать и пользоваться с большим-большим удовольствием. Здесь есть инструкция, вот в коробочке, гарантийный талон, варежка, термоварежка для того, чтобы не обжечь руки. Затем какая-то вот пластиковая деталь в виде футболочки. Вот я уже вижу насадочка в виде щетки, вот такая. Какая-то тоже насадка или прищепка. Штанга металлическая. В общем, тут всевозможные детали. Есть здесь и вешалка. Это я помню уже по картинке. Шланг вот такой огромный. Посмотрите, какой мощный. Вообще, я его себе представляла как-то намного проще, мне казалось. А тут такая махина приехала. Я даже не знаю теперь, как я его буду собирать. Посмотрите, один шланг такой огромный. Как питон. Вот. Мощнее даже, чем у пылесоса, вся конструкция. Шнур здесь обычный, подойдет в розетку с заземлением. И вот еще какие-то тут детали. В общем, все упаковано еще в полиэтилен, в пленке. Нужно все открывать, собирать и начнем с вами испытывать. Очень мне не терпится. Прочитаю только краткие характеристики. Он предназначен для паровой обработки различных поверхностей, для отпаривания ткани, одежда, скатерти, постельное белье, шторы, ковровые покрытия, так и для обработки паром обивки мягкой мебели, например, диванов. Обработка паром также позволяет убрать посторонние запахи, например, запах табачного дыма, убить патогенные микроорганизмы, бактерии и домашних клещей. Вот оно как оказывается. Ой, в общем, даже не верится. Настолько долго я хотела купить вообще отпариватель, настолько долго мне хотелось вместо утюга использовать именно пар, вы просто себе не представляете. В общем, ну лет 10 точно, вот это вот моя мечта и какая-то вот идея такая, лет 10 я ее лелеяла и все-таки наконец решилась. Дорогие мои, чуть было не забыла вам сказать самое-самое главное. С 22 по 25 ноября, то есть прямо с сегодняшнего дня, начинается распродажа «Черная пятница» именно на сайте Shop & Show. Загляните, все ссылки я оставлю внизу под этим видео. Какая интересная термоперчатка из теплоотражающего материала. Это для того, чтобы изнутри можно было поправлять вещи или держать те вещи, которые вы в данный момент отпариваете, и чтобы не получить ожог. Потому что, как мы уже с вами прочитали, температура пара на выходе практически 98 градусов. Ох, посмотрите, во-первых, очень устойчивая платформа, я чувствую, потому что это такой блин. Вот, и он тяжелый, ножки прорезиненные для того, чтобы ни в коем случае вот это основание никуда не перевернулось, не упало. Удобно раскладывается телескопическая стойка, как штатив. Все вот на таких защелочках, прочно держится. Сверху надеваем вот такую вот рогатку. И смотрите, какая вешалка есть. Я не сразу с ней разобралась. Вот здесь фиксируем прищепки для одежды. И вот так раз. Посмотрим, какие насадки идут в комплекте. Например, вот такой интересный зажим для отпаривания брюк. Он вот здесь вставляется в такой разъем. Вот защелкивается, мы можем сюда закреплять брюки и отпаривать. Также можно на отпариватель установить специальную щеточку, вот сюда она заходит в пазы и вот здесь защелкивается. Вот. С помощью этой щетки насадки можно удалить дополнительные загрязнения. Допустим, вы можете отпаривать диван, обивку дивана и дополнительно этой щеточкой убирать какую-то пыль,
или шеи животных, в общем, дополнительно еще очищать поверхность ткани. И также легко снять. Вот, отщелкиваем и вынимаем. До меня, наконец, в прямом смысле дошло, для чего вот эта рогатка. Это же, конечно же, для того, чтобы установить вот этот шланг отпаривателя, для того, чтобы не держать его все время в руках. Налила воду, подключила. Посмотрите, какая неоновая подсветка внутри. Звуки раздаются. Давайте посмотрим. А, на двоечке. Ну, пусть будет на двоечке. На максимальном уровне. Я не стала воду до самого верха наливать. Где-то больше половины налила, две трети. И вот они там, пузырьки. Раздаются звуки кипения. И вот оно, какое теперь чудо техники у меня появилось. Ой, а сверху уже Ого! Вы представляете, не прошло и минуты, как я включила. Вот он уже пар идет. Попробуем отпарить вот это платье трикотажное. Гладить сложно утюгом, или отпаривать утюгом сложно, потому что здесь, как вы видите, пришиты бусины и всевозможные вот заклепки разных форм, поэтому утюгом проблематично всегда было отглаживать. Ну и вообще трикотажные платья не так-то просто отгладить, еще чтобы их и не растянуть в процессе. Так. Вы видите, прямо на глазах все, вот. И что еще удобно, сразу вешаем вот сюда на держатель и можем перевернуть вешалку, вот, и отглаживать уже заднюю сторону. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что мой обзор и тестирование вам были полезны и интересны. Если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Все ссылки на эти товары, а также на сайт Shop & Show я оставлю внизу под этим видео. Загляните, не забудьте, что Черная Пятница будет длиться несколько дней, то есть распродажа с огромными скидками. Не забудьте, там есть классные маски. Загляните в этот раздел тоже. Но я желаю вам только полезных покупок и с наступающими праздниками. Всем пока и оставайтесь со мной.